Меня зовут Калашник Анатолий, мне 30 лет, я из города Ростова-на-Дону, работаю в автосервисе, автомехаником, уровень жизни средний. Лот я искал недолго, на 50% обучения я уже нашел то, что искал, так скажем. Лот этот автомобиль Toyota Porte 2004 года выпуска, автомобиль семейный, большой, комфортный, то, что я в принципе и искал. Конкурентов на этапе вообще не было, я был один. Лот я купил по цене 199 531 рубль 65 копеек. Эмоции были просто... Я был так рад, я... Да, зашкаливало прям. Лот продавать не собираюсь, планирую его оставить семье, так как жду пополнения, у меня двойняшки. В академии сложилось у меня мнение, что это прям команда профессионалов, которые поддерживают, объясняют, разжевывают, кураторы, все отзывчивые. Новичкам, что могу порекомендовать, не сдаваться, идти к своей цели, если начал, заканчивай. Ничего сложного здесь нет, нужно просто внимательно смотреть видеоуроки, делать домашние задания, делать мотивационные уроки и... Вас ждет успех. Мне понравилось, у меня получилось, и у вас получится.